летим в Басконию. Перелет очень долгий, 4,5 часа. Сейчас плюс пока мы пройдем специальную обработку нашего самолета, пока все это подготовят, и уже можно начинать чем-то заниматься. Я вот продолжаю читать первый том новой книги «Атлант расправил плечи». Пока что только запоминаю героев, и нужно как бы вникать. И читаю в основном во время перелетов. У Баскони очень хорошие исполнители, поэтому как из-под кольца, так и с дальней дистанции они хорошо действуют, поэтому в целом команда приличная и настраиваемся на борьбу и едем за победой. Я считаю, что это конечная на город, где каждая команда хочет оказаться к концу сезона и сыграть этот финал четырех Евролиги, который там пройдет. Это что-то новое для меня, потому что я до этого не участвовал в нем. Это, думаю, какая-то буря эмоций, которую ты до этого не испытывал. И я хочу побывать на нем вместе с нашей командой. В этом году там будет проходить финал четырех, и мы с парнями очень рассчитываем вернуться туда в мае. Но для этого нам нужно еще очень много работать, и впереди еще большая часть сезона, и мы даже не сыграли еще первый круг. В Басконии всегда сложно играть, они очень хорошо играют при своих трибунах, там очень хорошо поддерживают команду, и там было продано, по-моему, очень большое количество абонементов еще до начала сезона, то есть как только они поступили в продажу. Это говорит о том, что у них очень преданные болельщики, они разбираются в баскетболе, они гонят свою команду вперед. Но у нас была неделя на подготовку, и мы хорошо провели это время, разобрали сильные и слабые стороны. Так что летим в полной боевой готовности. Всего доброго. До свидания.